Юрий Федорович традиционно делает первый надпил. У Театральной площади провели торжественное открытие конкурса «Магаданский хрусталь». Это юбилейное 15-е международное состязание. География конкурса широкая. В этот раз в столицу Колымы приехали мастера из Белоруссии, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Якутии и других регионов. У нас не было Московской области, у нас не было Петрозаводска, у нас не было Санкт-Петербурга. Сегодня они представлены здесь. Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск. Это говорит о том, что наша дальневосточная территория, наш дальневосточный регион настолько как бы дружен и интегрирован, что мы не можем друг без друга существовать ни в сфере культуры, ни в сфере экономики, ни в сфере образования. Поэтому всех наступающим Новым годом, дорогие магаданцы! Цель конкурса – совершенствование ледяного искусства, расширение культурных связей между регионами, а также обмен творческим опытом между мастерами. Участники отмечают, Магадан принял их хорошо. Очень нравится. И, конечно, вот в такое время, когда все ограничено, какие-то сложности, приехать на конкурс – большое счастье для человека. И погода, и люди, атмосфера конкурса потрясающая. Спасибо вам. Ну, в Якутии там был на конкурсе, а тут первый раз. Конечно же, опыт от участия и, ну, как сказать, посмотреть на других. Ну, конечно, впечатление от конкурса. Любовь к северу, Снегурочка, зарождение. Ледовые скульптуры украсят аллею «Магаданское время». И так, отмечают организаторы, у жителей областного центра создастся ощущение праздника. Награждение победителей планируют провести в 20-х числах 2021 года.